Треснувший горшок. Индийская сказка. Каждый день водонос приходил к ручью с коромыслом, на котором висели два больших горшка. Так он доставлял воду в дом своего хозяина. Много лет подряд он резво спускался по крутой тропинке, но сейчас состарился. Его плечи болели, ноги ослабли, а один из горшков давным-давно треснул. Что ж, видимо, пришло время оставить работу. Однажды старый водонос вышел на крыльцо, чтобы немного посидеть в тени. К его удивлению, треснутый горшок, стоявший на кухне, заговорил с ним. «Прости, что нарушаю твой покой, но не могу ли я спросить тебя кое о чем?» Водонос улыбнулся. «Я с удовольствием отвечу тебе, старый друг. Ты знаешь, что я уже давно разбит, — продолжал горшок. — Я больше не могу удерживать всю воду, и меня всегда приносили в хозяйский дом наполовину пустым. Почему ты не заменил меня на новый? Давай совершим последнюю прогулку к ручью вместе, — предложил водонос, — и потом я отвечу на твой вопрос». Водонос наполнил горшок водой и отправился назад. На полпути он остановился и присел на камень. «Что ж, — обратился он к треснутому горшку, — заметил ли ты, что эти прекрасные цветы по дороге от ручья к дому растут только там, где проходим мы с тобой? Я посадил их, зная, что ты будешь давать им воду каждый день. Благодаря тебе каждую весну я наслаждался их ароматом и красотой. Так что твой недостаток на самом деле оказался большой удачей для меня. Поэтому-то, мой друг, я никогда бы не заменил тебя на новый».